Видеодневник, день 13. Работаю, сижу, пью чаек. Смотрите, принесли мне бутерброд. Бутерброд из хлеба. А в качестве вот этого, там, где лежит колбаса, это, знаете, что мне положили? Это крошки от хлеба, причем подгоревшие. Вот такой вот бутербродик интересный. Вы когда-нибудь кушали такой? Давайте попробуем. На вкус божественный. Короче, бутерброд. Вот если вы задавались вопросом, бывает бутерброд из хлеба, там, из хлеба и колбасы, да, там. У меня бутерброд из хлеба и из опилок хлебьих. Ну, есть можно. Вот такая вот история на сегодня интересная.